Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен свадьбе Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко. Еще одна пара из проекта Дом 2 связала себя брачными узами. 10 июня они сыграли свадьбу. Торжество разделили на две части. Сперва праздник в Москве, а затем молодые поедут на Сейшелы. Мероприятие состоялось в одном из известных ресторанов Москвы, где не так давно прошло пышное свадебное торжество и бывшей участницы проекта Нелли Ермолаевой. Ресторан расположен на берегу Химкинского водохранилища. Молодожены отдали предпочтение выездной свадебной церемонии. Зал был украшен в нежной гамме, белые, розовые и серебристые цвета. Свадьба была очень красивой. Свадебное платье Элла подобрала в классическом стиле. Голову ее украсила диадема и средней длины фата. Трегубенко облачился в строгий костюм. Среди гостей на этой свадьбе, конечно же, оказались и домочадцы, как действующие, так и бывшие. Праздник с молодоженами разделили Кристина Дерябина со своим парнем, Вика Романец, Оля и Глеб Жемчуговы, Саша Харитонова, Лена Босс, Саша Гозия с Костей Иванов, Света Торба, Лиза Шароха, Андрей Черкасов пришел со своей запроектной подругой Стеллой, которая совсем скоро тоже станет участницей проекта. Путь пары к созданию семьи был долгим и тернистым, пожениться ребята решили еще год назад, но в их общении было слишком много проблем. В желании узаконить отношения Трегубенко и Суханова укрепились после победы в конкурсе «Миллион на свадьбу». Заявление в ЗАГС они подали в феврале 2016 года. Изначально они планировали отправиться к алтарю в апреле, но из-за поста перенесли торжество на начало лета. Не случайно жених и невеста остановили свой выбор на дате 10 июня. Это самый благоприятный день месяца для заключения брака. Влюбленные задолго начали подготовку к важному дню в их жизни. Они все делали вместе, выбирали свадебный торт, костюм жениху, платье невесте и так далее. Букет невесты поймала Кристина Дерябина, а подвязку ее молодой человек. Так что у них нет дороги назад, и эта судьба скоро станет еще на одну свадьбу больше. Завершилось торжество красивым фейерверком. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылки смотрите в описании к видео. Всего вам доброго!